ко мне. Так, ну опять лотосы. Слушайте, такое солнце печет, офигеть. Так, дорогие друзья, наше путешествие продолжается. А вот теперь я в натуральной местности Шри-Ланки. У нас здесь какая-то проблема с машиной, с автобусом. Мы остановились на шиномонтаже. Нам что-то было сделать, а пока делают, вот посмотреть на людей, которые здесь живут. Это как я здесь скажу. Смотрите. Обычная дорога, обычные дома вот здесь. Вот. Здесь живут люди. Мне надо микрофон вообще, конечно, чтобы вам все это рассказывать и показывать. Вот так вот. Вот так вот. Смотрите, какая здесь фигня. Вот когда несчастье, не было бы несчастья, да несчастье помогло, называется. Правда? Правда. Вот так вот остановиться и просто походить. Дорога здесь, черти что, сбоку бантик. Вот там наши девушки бананы покупают, арбузы. Сегодня у этого торговца будет хороший день. Так что вот так. Чтобы перейти дорогу, здесь надо буквально перебегать. Мне бананы не нужны, поэтому пойдемте немножко. Сюда подойду, покажу вам. Давайте еще вот сюда пройдемся. В принципе, сегодня тепло. Около 30 градусов, но так как нет солнца, поэтому, в принципе, комфортная погода. Здесь что-то закрыто, здесь что-то открыто. Их вид транспорта, на чем они ездят. Видите, какая дама идет? Вот тоже обеспеченная дама. Я очистила свой телефон, перенесла фотографии, которые я вам еще всем не показала, когда ехала. Теперь я свободно снимаю длинные фильмы. Ну ладно, сейчас я остановлюсь и продолжу. Итак,
на чем мы остановились. Мы гуляем по Шри-Ланке. Вот видите, здесь шиномонтаж, всякое-всякое. Кокосы, арбузы. Здесь, видимо, тоже должны овощами торговать, но у него ничего нету. Поэтому все наши ушли вот туда. Видите, выбирают там что-то. Вот такие вот, видите, вот они начистили кокосы. Реклама всякая. Реклама двигателя торговли. Вот такое неожиданное приключение. Вот видите, за моей спиной более хорошее здание. Это буквально в другую сторону от автобуса я перешла. Вот смотрите, здесь уже тоже так вот автобусная остановка. Не узнаешь страну, пока не походишь пешком. Без автобуса, а еще хуже, из телевизора ничего не видно. Пытайтесь путешествовать, это пробивает. И будем жить долго и счастливо. До новых встреч, друзья. Итак, в связи с тем, что у нас чинит машину, вот так вот мы, видите, я здесь набрела, идя по улице, вот на такую иду. Дорогие туристы, не рекомендую покупать так, потому что у меня был опыт частных поездок на Шри-Ланку. И один из партнеров постоянно покупал. Было жуткое расстройство желудка. Но мы идем дальше. Слушайте, пока есть время, я решила здесь дальше пройтись. Видите, как она сейчас на мотоцикл сядет и поедет. Ой, там школа, школьники выходят. Сейчас там будет интересно. Пойдемте, пойдемте. Точно, точно. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Это как бы район индуистский, поэтому вот наш шри-ланкец, который сопровождает, он их не понимает. То есть у них разные языки. Вот только что девушки наши пытались купить вместе с ними бананы. В общем-то, что наши девушки бы покупали? Что он? То есть он тоже не понимает. И его не понимают. Это вот школьники. Слышите, как там галдят? Это они там разговаривают. Вот здесь такая ученица вышла уже из школы. Форма у них, рюкзак, термос с собой. Итак. Ну вот такой неожиданный у нас экскурсионный тур по городу. Я, правда, даже не знаю, как называется этот город, потому что это по дороге. У нас все. Ой, там какие-то сообщения, ассистенты пытаются помочь. Я вот не знаю, туда идти или как, далековато. Ну ладно, пойдем. Здесь вот дорогу тоже он повернул и поехал. Поэтому здесь очень аккуратно надо ходить. У них, видите, тротуаров нет. Ну вот я и добрела, видите, до магазинчиков. Здесь вот у них и чеснок продают, и всякую всячину. Вот приходите, покупайте и радуйтесь жизни. Слушайте, так интересно. Ага, слушай, вот. Hello. How are you? Very nice. Здорово. Слушай, работайте, работайте. Вот здесь какая-то дальше едальня с пирожными. Хотите? Давайте зайдем, посмотрим. Давайте посмотрим. Hello. Hello. Сладости. Видите, как вкусно. Nothing. Thank you. Very nice.
Ну, вот покупательницы пришли. Знаешь? Слушайте, чем дальше я иду, тем больше у меня впечатлений от всего этого. Просто шикарно. Здесь такие дамы ходят. Видишь, он будет ездить и все остальное делать. Ага, здесь какие-то мопеды и все остальное. Здесь вот столовая, видимо, еще что-то. Ну, здесь люди стоят, что-то покупают, мука. Ага, девчонки добрели до аптеки. Здесь вот даже золото есть, смотрите-ка. Ну-ка, пойдем золото посмотрим. Hello. Здесь, видимо, что-то растягивают и что-то делают, ремонтируют. Итак, я добрела до перекрестка. Здесь вот видите, какая уже оживленная дорога. И так вот люди здесь живут. А я как папарацци, на меня смотрят, как на инопланетянку. Здесь, кстати, аптека. Пойдем сходим. Аптека там. Аптека там. Вот так вот, видите, а что они разулись? Они разулись. А мы не разуваемся. Зонтики. Всякая фигня. Они босиком сюда входят. Да. Ань, дай денег. Там доллар же нет. Нет, рупи. Так, вот смотрите, здесь все на дороге вот такая фигня продается. Я не знаю, что это такое. Вот это можно, короче, какие-то орехи, бобы, не знаю чего. И такие готовые. Это вот. Это вот. Здесь всякие магазинчики со всякими штучками. Пойдем обратно. Пойдем. Вот, дорогие друзья, здесь народ в саре все-таки ходит. И очень много. Представляете, это 6 метров обмотать об себя. Вот так снимать, раздеваться, одеваться, но очень красиво. Но это индуистский район, поэтому видите как. Ну вот автобус посадил туриста. И дама мне машет в окошко. О, ребятки, hello. Hello, улыбаются. Молодец, ребята. Да? А здесь возникла небольшая пробочка. Видите? Ребятки, поехали. Сколько радости. А он весь мальчик везет, старший. Школа закончилась, да? Ребята, скажи мне еще что-то. Hello. Yes. Go в Москву. Go with me Москву. Yes. Go with me Москву. Yes. Спасибо. Спасибо. Так, а вот это, видимо, какая-то пара школьников. А может быть, уже не школьников, больно взрослых. Нет. Сказали, что белые штаны, ой, брюки, извиняюсь, дают старших классов. Видите, у них какая-то здесь мелодрама. Давайте посмотрим индийский фильм. Вам их увеличить? Постараюсь увеличить. Вот видите как? Это мелодрама. Будем смотреть индийское кино. Подглядывать. Ну, пускай они померятся и не ругаются. Ура! Дорогие друзья, мы уже едем по серпантину. Это такая серпантинная дорога в гору.
Ой, я вспоминаю, я здесь тоже ездила когда-то, 15 лет назад. Я нам сказали, будет красивый вид, поэтому я взяла аппарат и записываю вам. Есть горы, вот видите, вот мы сейчас по той дороге поедем. Серпантин здесь крутой. Эту гору. Понятно, почему он сказал, что... Ну, правда, вот такой. Нет, это не Сигирия. Нет, да? Похоже. Похоже. Где Сигирия? Там, на севере. Вот он имел в виду вот эту вот гора там, Сигирия. Ну, вот так вот, такой вид. Просто... Растительность идет резко вниз. Вот, смотрите. Ой. Класс. Слушайте, мы взлетаем. Отлично. Приезжайте на Шри-Ланку, сами увидите. Вот так рождение, видите, как все там. Собачка. Вот такая красота. Облака. Нет, все равно это не то. Это... Смотрите, что я вижу, а что я здесь. До новых встреч, друзья.